спрашивали, отвечаем. Как можно использовать материнский капитал при покупке недвижимости? На самом деле, использование материнского капитала – это функция, прописанная в законодательстве. Есть специальный закон о материнском капитале, где это все указано. Ну, если по-простому, то материнский капитал в сфере недвижимости можно использовать следующим образом. Его можно использовать на приобретение квартиры, дома или даже доли в квартире или доме, если это выкуп до целого. Также материнский капитал можно будет использовать на строительство дома. Вот. Ну, другими словами, улучшение жилищных условий населения. Вот. И сделать это довольно легко, то есть нужно просто составить грамотный договор, в котором в пункте порядок расчета будет указан материнский капитал, и тогда после сделки можно будет подать заявление в пенсионный фонд, и часть денежных средств на покупку квартиры, дома вам перечислит пенсионный фонд с вашего счета материнского капитала. Также я бы отметил, что материнский капитал можно использовать двумя способами, то есть напрямую на счет продавца, либо на погашение ипотеки. То есть напрямую можно использовать только с 3-летнего возраста ребенка, на ипотеку же можно использовать материнский капитал сразу же после его получения. И это очень удобно. Все выпуски программы на сайте первомедиа.ру. Телефон редакции 64 92 92.